Японский производитель банкоматов Оки намерен запустить линейку биткоин-банкоматов. Согласно CoinIdle, они позволят обменивать криптовалюту на местную валюту или пополнять криптовалютные кошельки фиатными деньгами. Компания планирует запустить первое устройство в Китае и продолжить распространение в других странах Азии. Оки также намерены предоставлять такие услуги, как оплата по счетам или денежные переводы с помощью смартфона.